У всех КВЗ. Вот я прям вот смотрел за каждым, да? Это пианист смотрит. Я не смотрю. Пианист? Пианист. Кто там сбежался? Эмиль. Типа из тех, кто кидал... Посмотрит, скажет, вы серьезно? Из тех, кто кидал в тот момент газ, это был ли из РТДшников Шипа и Казу? Причем тут газ? Вообще виноват адмирал. Да, адмирал? Я умер. Про шерч квест. Его уже сдали. Ты его бабочки надел. А, да. Адмирал, лево-право, знаешь, что такое? А зачем ты, кстати, грудак отдал до этого? Немножко. На продажу? Потому что никто не ролил, я его отдал на распродажу. Я ролил на успех. Кто ролил? Редвар. Дейдра, дай Редвар. Кого? Не знаю, никаких успехов не было. Был на продажу и на распыл. Я отдал кого покрову. Я, конечно, понимаю, тут 5 кнопок, блядь, а не 3. Но читайте их, пожалуйста. Чё, Саш, царский янтарь, да? А у меня око зло. Мне плечо. Мне ничего. И один, да, с боешкой? Нет, там ещё кто-то дамский вырлил. Гречка. Ну, ладно, окей. Я вчера в обычке на присте в еще одну боешку возьму. В смысле? Ты вчера в обычке с нами был? Да. Я с приста, я был на присте, и мне упала боешка. Так ты ж не убивал великана. С какого великана за хан ты! Хан ты! Хан ты! Хан ты! А что конкретно какого ханта? Карин, 25-ки Мозер, вот. Мозер, 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 Мозер. Вагоны не видите. Что-то сейчас на песню Рамштайн было похоже. Вот это Мозер, Мозер. Саша. Он на ФК. Там мотор. Уж скорее мотор и с другим ритмом. Санты передают тебе, позвольте, что он отошел. Позвольте, пожалуйста, Неликсу скачать аддон, потому что я не понимаю. Так пусть сейчас скачает. Есть он, два аддона. Кислый, я его скачал, только у меня показала кровь и кинжал. И все, больше типа лута не было. Но он сейчас уже нажимает. Вот, я вижу его. Что он показал тебе кровь и кинжал, потому что ты не можешь холить ваты на приставке. А, то есть... Может, кикнем Мозера пока что? А я, получается, могу? А у тебя настройки другие. Там это настраивается автоматически. Ну, не автоматически. Все, вот здесь уже не работает аура. Вперед там. Ты слышал, что я тебе сказал, Кисы? Что? Сантей на 10 минут отошел, попросил. Хорошо. Приз, ты... У нас один. Еще один сюрприз. Паладин. Ну так, может, ну, я тебя первого закорню и раз очкую. Давай. Нет, не очкую, но потом все на танком валят. Это нормально. Элбрио, как ты умер? Шаклить пошел. Отдохнуть решил. Правильно. Я сейчас тоже, наверное, отдохну. Я буду плакать, лег, все нормально. Я на этой неделе... Я тут на Атасе лежу. Зыски встала друидом, ну, типа резнулась. Прыгнула в форму медведя, прыгнула обратно и умерла. Это было прикольно. Просто не заметила, что тебя убило. Карина, мне понравилось, как вчера. Мы чуть не погибли ночью. Точнее, сегодня. Ты еще с ними походи, и не такое увидишь. Да там, понимаешь, там нас было... Нас адмирал вайпнул, он вылетел. Да, первый раз.
А второй раз я не знаю, как мы выжили, но, блядь, нас осквернение раза 4, если не 5, вылилось в рейд. Азерон, теперь смотри, это... мы два раза перевели с Саша. Тремя слизняками на профи, Гер, и при этом убили. Куда вы попёрлись? Хрен его знает. Глупцы. Бегите, Саша, глупцы. Вот эти вот 4 раза, когда они с осквернением, все эти 4 раза я была за инстом, потому что я случайно встала из тела на 30% хп. И он 20% хилил соул. По ДЦ. Под берсой. Парень, ты ДЦ недооцениваешь на самом деле. Я оскорблена в лучших чувствах каждый раз. Я недооценивала адмирала, потому что он только абсорбит нихи. По поводу Мишки твоего, если бы ты видела, что я на тебя истерию кинул, ты бы поняла, от чего ты сдох. Зачем? Ты же тогда как-то утверждала, что это все нормально, истерия. Ты, вы ее на джеду поставили? Зачем ты кинул мне истерию? Чтоб не истерила больше. Карин, то, что я абсорблю, и сколько я вчера наабсорбил на Синдре и на Личе. Так, все, я как Саша прописываю, как он против фаров, я прописываю против истерии. Во все скиллы. На ханду тоже. Ханта мне все равно не дают. А ты себе ТМВ прям во весь экран выведешь, что если на тебя истерия кидается, у тебя прям такой большой квадрат. Да нет, там случайно, там не склик был. Оправдание пошли. Мне просто, если выбираешь таргет по хилботу, сразу кидается истерия на первый этап. Мне надо было поднять ее резко. Короче, как это, труп? Я ее преждевременно резнул, и получается, что я ее не резнул, а это... Убил! Ханты сцена, вороки сзади. Сова справа. А слева кто? Вороки и ханты. Ханты на сцене. Можно рыбу? Мы же падали. Гречу, ничего не хватит. Мне на двух надо, да? Это вон мясо. Знаете, вам лапу. Что? Медведь на двух, да? Медведь на двух? Знаешь почему? Ну да. У них есть чарж. А где разовый? Чё-то 15 минут, мне кажется, больше прошло. Кого тебе надо? Разового. Сарада. Да, где моё МК? А то у меня жог не критует, так и не копится. Долорес, что тебе надо? Мне ничего не надо. Я с НТФ умонил. А с НТФ и К, может, он не сумму? Он уже здесь, он написал сум. А, ну все. Флаг отсчет. Я право на пулю. ТБЛ кому-то в рейде нужен? Да, нет. Кого, чего? Талик. Ага. Вагу, держите. Иди сюда, моя сладкая розовая. Ну и чё, разлёгся? Вага, а ты случайно не таунт нажал? Нет, его не шотнуло. У него хп постепенно опускалось. Просто я отлетела, не могла его похитить.
Лага, а чё режим? Лага, плюс-минус, пожалуйста, будьте добры. Какой у адмирала веселый стрим, он постоянно умирает. Разовый. Слева, поднимите. Там кинетика пада... Бабах, блядь. На сцене прекрасно. Сзади, Варвар. Да куда ты его увел? Чтоб хилы пособирали сейчас фиолетовые шары. Вытаскивай из центра. Да, к совету. Великий красавц. Сзади далеко. У входа. Там сфера летает. О, катушка. Запы находит пау, которого нет.
Кто вас, блин, просил? Вага, сегодня ты укусываешь? Типа, ты знаешь, что у тебя тут раз было? Чё? Значит так. Раз говорю, Влада не кусать. Не-не, кусаем всех. Все, можешь... Она точно так же стукается, как истерия. Кисленький выпил макрос, который этот, спринтовать позволяет от ваги убегать. Чего спринтовать? Убегать от ваги, когда он будет тебя кусь. Вага не будет первого кус, блядь. Так, Сантей тут, нет? Сейчас Сантей придет. Сделаем объявление. Он стоит на месте. Ну, что, ладно, напоминаем. Сегодня розыгрыш. Кто просрал укус, тому пятихатка. А кто попытается доказать, что это не он виноват, а Сирус, тому штукарь. Вопросы? Можно и на приста. Думаешь, приста не укусит? Там другое. Там я хил. Вазелин ты хила укусил, поверь. Но тут вазелинов нет. Ну, Сантей не смоется. А, все, присмоился. Сантей тут, плюс-минус. Слышишь меня? Пацаны, повторяю, сегодня розыгрыш. Кто просрал укус, тому 500. Кто пытается доказать, что виноват не он, а Сирус, тому что... Парни, по-братски, киньте эту первую укус на гречку. Кицуйте. Элбрюк, Казум, Элбрюк. Вага, отсчет. Укус поймал. Вага. Вага 40 тысяч ебеня. Кто первый антифер дает? Неликс. Я дала уже. КД у Неликса. И удает ХКД. Значит, давай кто кого. Ну, блин, кто достал. Типа только Эйлбрюхер может дать.
ночью ты угрел, вторая Эликс. И антифирма. А, все, не надо. Коник. Ну чего, Артемий, подъем. Гера. Надо же, как все прекрасно. Леха, го в другой канал. Нужно спросить кое-что. Слушай, я не могу, я не знаю, как. Но меня там это, по 13 кабило. Я не знаю, что меня не хилили, вроде стояла возле центра. Ну, на сцене близко. Обнажите клинки, соратники. Фрайгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Приманите их сюда, и мы вам... Кислую личку прочитай. Хорошо. Вы сейчас, блядь, я под эту музыку усну прям тут, блядь. Нужно бы потому кто-то стоит. Мы дальше идем ли у нас перерыв? Чё, блядь? Сюда поставил коробку с этими баншами. Перерыв перед синдром. Ну, может, это после синдрома. Чё после синдрома? Перерыв. Почему после синдрома? Нет, там же сопрут будет тикать. Не знаю. Мама, а ты в Нисе? Thank you.
кто-нибудь напишите в заметки Элрау Крога ДВ-1201. Хорошая рога. Он только перенес сейчас может писать, нет? А что ты так у тебя говоришь про него? Кто? Рога Элрей. Ну, что ему написать? Крога 1201 ДВ. Почему он кончен? Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы! Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Неликс, спекайся. Вхила. Два шамана, я убил, летаете, трое пары. Неликс слева, Дейдра справа, танки разберете. Кислый, я лучше внизу останусь, я опять стаки потеряю. Релогнусь быстренько? Давай. Потеряешь, еще раз наберешь. Ну, бесполезно. Че, выйдешь здесь, там пару ходов. Сидекс ждем. Сантей прибежал. Неликс, дорога. Полин, чего не хватает? Я подтвердила. Я не знаю, периодически... У тебя красный крестик. Но я подтвердила, я тут. Где хочешь? Все, Неликс готов, плюс.